Всем привет, приветствую вас на очередном выпуске, посвященному обзору старых журналов про тюнинг. И сегодня у нас в выпуске журнал «Тюнинг», это украинская версия, май 2012, 8 лет назад. Вроде как и не очень давно, но посмотрим, что же у нас есть. Открываем журнал, значит, так. Выпускные системы, значит, какая-то Octavia на супер вырезанном днище. Ладно, это не интересно. О, Renault Alpine. Alpine. Классная тачка была, и сделали, уже сделали, тогда еще ее не было, новую версию. Она сохранила очертания старой версии. Вот, вот так выглядела вот старая Renault Alpine. Она осталась среднемоторной заднеприводной тачкой. Ух, Skyline R33. Почему в каждом выпуске практически есть Skyline? Я не понимаю. Какие-то колеса непонятные. Выхлоп раздвоенный. Это еще и украинский Sky. Наверное, одесский. Судя по тому, что у него замазаны номера, наверное, он не переоформляется. Вот, смотрите, видите? Японский Skyline. Скорее всего, его как-то по каким-то левым схемам везли или растаможили. Или у него доки от обычного Skyline, а не от GTR, как у него здесь шильдики висят. В общем, покупая такую какую-то старую редкую тачку, будьте внимательны, очень скрупулезно смотрите на документы и не верьте словам, что «Да, я тебе, мама, я клянусь, он переоформится». В общем, лучше переоформляйте сразу. Значит, да, кучу всяких... Вот мне нравятся вот эти маслопомойки, которые делают. Ну, блин, так оно видно здесь не будет. Здесь, короче, шланги на маслопомойку какие-то садовые. Ох, ладно. Зашумленный багажник. Почему он зашумленный именно в этом месте? Непонятно. И зачем шумка типа в околоспортивной тачке? Вернее, завибренный. Не зашумленный, завибренный. Бред. Какой-то Brabus гибрид, который не пошел дальше никуда, потому что никому эти гибридные технологии не нужны. Мустанг. Мустанг — это вообще больная тема. Я надеюсь, я сниму когда-нибудь обзор на Мустанг и расскажу вам все свои мысли по поводу этой тачки. Challenger SRT8. Тоже какое-то немецкое издание. Тоже на черных колесах. Ну капец, серьезно. Смотрите. Классные колеса, да? Их не видно. На ламбо двери. Кошмар. Тейны. Какие-то койлы. Типа для Эвика, тюнячка какая-то. Воссены. Крышка масла заливной горловины Мюген для автомобилей Honda. AliExpress. Для Альтезы задняя оптика, колхоз, диски. О, еще один VIP автомобиль. В прошлом выпуске это был Passat, в этом выпуске это Аккорд старый. И какие-то опять цыгане возле тачки и вертолет. Учитесь жить красиво. Ну, а при чем здесь... Это, да, вертолет тоже не VIP. Это самая дешевая версия Robinson R44. И при чем здесь... А, Honda Quip вообще. Непонятно. Праворукая Honda. А, это Раджа какой-то. Это индус. Это не цыган. Извините. И вот индус, чё, нигер. Не нигер, хорошо. Бать, ну ты перегибаешь. Мы это запикаем. Афроамериканец и индус. Раджа. На... А не, Санни Горация. Даже заплатили пилоту, чтобы он поднялся в воздух для фотографии. Я не думаю, что это фотошоп. Бокалы. Конечно, в такую тачку, чтобы сесть, надо сначала прибухнуть. Смотрите, какая у них компания. Это типа все они скинулись для того, чтобы заехать на аэродром. О, Sky и подружание. Разводной ключ в зубах, зачем держать? Опирается на пайп. Она ж может его оторвать.
кожаных перчатках. Еще какие-то. На спойлеры ногу свою задрала. Смотрите, какая шагрень на заднем крыле. Ты шо, стиль. 10 фактов, которых, возможно, не знали о G-класс. Я думаю, что те, кто смотрит мой канал, уже знают все факты о G-класс. Посмотрели все мои видео про гелики. Поэтому вы должны знать уже все. Я думаю, здесь высчитывать ничего мы не будем. О, Mazda MX-5. Смотрите, какая малышка. Mazda MX-5 реально очень крутая тачка. Мне она очень нравится. Но я ее себе никогда не куплю, потому что я живу в Украине. В Украине она стоит в 5 раз дороже, чем она должна стоить. Она не должна стоить космических денег. Она должна быть реально копеечной, такой, как она задумывалась в Европе и в Америке. То есть там эта тачка реально там 600-1000 долларов стоит. Ее может позволить себе, в принципе, вообще совершенно любой человек. Но у нас же эта тачка позиционируется типа как кабрик, и это типа лакшери. И ценники у нас за вот такие вот старые ведра там от 7000 долларов и выше. Ну, в общем, бред. О, какая-то Mazda на разварках. Что тут? Ничего интересного нет. Ну, это реально вот такой вот проект в Европе. Вот цена такой тачки там 1000 евро, там 1200, если у нее есть техосмотр. Если нет у нее техосмотра, то цена этой машины там 300 евро. Все. У нас почему-то это супер дорогая тачка. Шериф, сигнализация. И опять и кайман нарисован. Я не знаю, почему-то раньше очень многие ставили эти всякие колхозные сигнализации. Я совершенно противник таких всяких сигнализаций. Ведь если вашу тачку хотят угнать, то ее угонят. Ни за что не продам. Гольф. И дальше, сногсшибательный гольф продан. Вот все вагодрочеры вот такие вот есть. Какой-то британский перекуп, походу, показывает, как он свою тачку марафетил. Ох, опять какой-то колхоз, какой-то обзор сигнализации. Кому это было интересно в то время прочитать? В журнале «Тюнинг». Обзор колонки на целую страницу. Я понимаю, что это, скорее всего, какая-то проплаченная статья, но все-таки. А, и типа внизу ссылочка carmusic.ua. И типа, как будто курсор на нее наведен. То есть, да, я сейчас по ссылочке в журнале вот так класс-класс и перешел. Опять обзор колонок. Да ладно! О! Наконец-то в журнале «Тюнинг» появилась нормальная машина. Pajero Sport. А что же спортивного в этой машине? Интересно, интересно. А спортивного в ней ничего. Какие-то колоночки опять поприкручиваны. Какой-то неинтересный номер журнала. Ладно, интересный номер. У нас здесь есть какая-то королева джунглей. Похоже, кстати, из какого-то мультика. Там. Из Мадагаскара. Там что-то похоже, какой-то персонаж был. Три выставки под одной крышей. Какие-то мотоциклы. Квадроциклы, какой-то колхоз в стиле Мэд Макса. Велосипеды, мне интересно. Какой-то тип, который жрет комбикорм, потом вот демонстрирует всем такие мышцы. Реклама прокатной конторы. А, это тачка для, крузак для этих, по-моему, «Шелковый путь» на нем ехали, или это была техничка для этого ралли. О, и мемасики. Мемастики Гранта в золотом цвете по-богатому. В общем, раньше это были приколы, типа бугагашеньки всякие. Но сейчас, не знаю, такое не сильно прикольно. На этом этот выпуск закончен. Это был, наверное, какой-то спецвыпуск. А, да, написано, кстати, в номере «Лаборатория звука» журнала Current Music. То есть половина выпуска это был про автозвук. Я не знаю, мне совершенно тема автозвука не интересна. Поэтому особо рассоливать в этом журнале не было о чем. Просто куча колхоза и рекламы. На этом все. Пока.